Программа «Оборотка» 2015. Приглашаем всех участников, которые выступят заключительное слово на сцену. Так, кстати, вот Юлия говорит, что можно пройти туда, в конференц-зону, там никого нету, и там вполне можно и присесть, и встать, чтобы там не стоять далеко-далеко в проходах. Будет лучше видно. Итак, 3 дня работы, и выставка завершилась. Сейчас пройдут и награждения победителей конкурсов, подведение итоговой выставки. Но сначала хотелось бы предоставить слово заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Анатолию Васильевичу Шабуну. Добрый день, уважаемые друзья. Действительно, прошло 3 дня такого знакового и традиционного мероприятия, как выставка ритуальных услуг. Программа была, конечно, достаточно насыщенной, я думаю, полезной для всех участников. Вы приехали сюда показать свои достижения, познакомиться с достижениями других, что-то, чему-то от других получить, что-то у других перенять. Прошли круглые столы обсуждения вопросов, как законодательство в сфере ритуально-похоронного обслуживания, что, конечно, важно для успешного развития этой подотрасли. Прошли мастер-классы, где каждый мог показать свое умение, свои возможности, поучить других участников. Думаю, что в рабочей, такой хорошей, доброжелательной обстановке и атмосфере данное мероприятие прошло очень успешно. Уважаемые друзья, хочу вас от имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства поприветствовать в заключительный день выставки, пожелать вам успехов в работе. Работа ваша нужная, она востребованная, она будет всегда, пока будет человек. Поэтому, дорогие товарищи, дорогие друзья, еще раз хочу пожелать вам успехов. Успехов вашему бизнесу, успехов вашим коллективам, здоровья вашим семьям, всего самого доброго. Спасибо большое за участие. Спасибо, Анатолий Васильевич. Я немножко хочу добавить. Я хочу вообще поблагодарить Министерство жилищно-коммунального хозяйства за поддержку нашей выставки. Хочу поблагодарить организаторам выставки, которые занимались, они очень плотно, уже около года начинали приглашать всех, организовывать. И, откровенно говоря, вот за бытность в Республике Беларусь, это самая лучшая выставка, которая была в нас, в Беларуси. И вот эти организации, которые были из России, проводились и семинары, и круглые столы, и так далее. Это много чего мы себе подчеркнули. Так что этой выставке, я думаю, нужно и дальше продолжать наращивать. Спасибо вам большое всем за эту выставку. Как говорится, тяжелое ответное слово от лица организаторов. Очень приятно, конечно, что география расширяется, повторяюсь. Очень приятно, что нас поддерживают органы власти нашей. Вот. Очень приятно вам, Николай Петрович, как нашим организационным партнерам, всем гостям, с кем тоже даже успели подружиться. Надеемся, что это будет только развиваться, уровень этого мероприятия, благодаря всем вам, участникам, вашему успеху, будет повышаться, а мы, конечно, со своей стороны максимум приложим к этому усилий. И не хочу вас долго задерживать, но хочу поблагодарить за организационную поддержку. Я думаю, из ваших рук это будет правильнее, грамотнее. Совету директоров организации, осуществляющих похоронную деятельность в Республике Беларусь. Спасибо. Служу Республике Беларусь.
деле Управление коммунального хозяйства Министерства ЖКХ Республики Беларусь Елена Сергеевна Новикова у нас сопровождала все наши круглые столы. Я от нашего лица попрошу, если спасибо. Не затруднит, передайте, пожалуйста. И единственный тот государственный спецкомбинат, который всегда нас направляет. Не скажу, что критикует, помогает организационно. Две награды, много наград не бывает. Да? Можно Наталье Анатольевне вручить. Наталья Анатольевна, да. Она основные связи, рабочие связи. Всегда, как говорится, на телефоне, да, Наталья Анатольевна? У нас с вами уже тесный контакт установился, поэтому спасибо вам большое, что вы всегда отзывчивы и всегда направляете, советуете нас в нужное русло. Еще раз большое спасибо, что вы нашли время посетить наше мероприятие, это очень приятно. Вот, не будем вас задерживать, а мы, дорогие друзья, продолжим наше мероприятие закрытия и награждения. Да. Спасибо большое. И перед награждением хотелось бы поблагодарить еще одного партнера нашей выставки, компанию «Аркогран», и в частности вот их прелестного ангела, который добавил нам света на этой выставке. Люди улыбались, проходя мимо, сюда настроение. Извините, что перебиваю. Я думаю, что вот этот вот ангел компании «Аркогран» отчасти может стать символом выставки и переходить из года в год. Так что можно фотографироваться без слов. Ну и начинаем церемонию награждения. Хотим пригласить сюда эксперта Игоря Засимовича, скульптора, члена секции скульптуры Белорусского союза художников, члена Белорусского союза дизайнеров, автора каменного мемориала на могиле народного поэта Беларуси Егора Баратулина. Тоже пару слов о выставке, о конкурсантах, ваших впечатлениях. Я впервые на выставке и поддерживаю организаторов и тех, кто здесь собрался. Вы занимаетесь нужным делом, это нужно, во-первых, тем, кто помнит о памяти, о том, что люди на Земле не вечны, а вечны. Спасибо участникам, что вы участвуете. Ну и скажем так, чтобы награда была вручена победителю тех работ, я, наверное, объявлю сама. А победителем в конкурсе памятников, которые у нас вывешены на экспозиции конкурса, является компания «Аркогран». Это был подсчет по голосам посетителей. Экспертный совет принимал здесь свое участие. И награда такова. В торжественной обстановке победителя конкурса. Константин Яковлевич, это еще не все. От нашего генерального информационного партнера белорусского справочника ритуальных услуг «Риторг.бай». Также я понимаю. У нас проходил еще всем полюбившийся конкурс флористики. В этом году была, скажем так, задача немножко усложнена, и у нас представлялись на суд и посетителей, и на суд экспертного совета композиции, такие как композиция на гроб, венок и букет. Могу сказать, что в этом...
конкурсе победителем конкурса «Цветы памяти 2015» становится компания «Орхидея 2008». Это было и мнение экспертов, это было мнение посетителей. Вы хоть и не принимали у нас очного участия в выставке, но откликнулись, так как, в принципе, в конкурсах мог принимать участие любой желающий. Вот, поэтому это достойная победа, и надеемся на долгосрочное, долговременное сотрудничество. Девушка, еще минуточку, и генеральный информационный партнер наш, справочник, белорусский справочник ритуальных услуг, также вам награды дает. Работ в этом конкурсе было представлено очень много, и посовещавшись с экспертным советом, и со всеми, скажем так, посетителями, могу сказать, что мы приготовили еще небольшие дипломы. И диплом симпатии экспертов конкурса флористики «Цветы памяти 2015» получает, это абсолютно заслуженная награда, да, «Цветочник Бай». Это те композиции из живых цветов во всех номинациях, которые можно было только сделать. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы быстро тоже откликнулись, и я думаю, это тоже достойная награда. Приз, не приз, диплом симпатии посетителей выставки почему-то получает опять компания «Аркогран». Но это были посетители. Симпатии партнеров выставки. Это наши информационные партнеры, это та пресса, которая приходила освещать наше мероприятие. Симпатии партнеров выставки получает компания «Двинский берег». Еще вернемся немножко назад и могу сказать, что не так много в этом году было заявлено участников, как ни странно, на конкурс «Лучший памятник 2015». Мы не могли отметить компанию «Камден», которая всегда у нас участвует. Это очень приятные, постоянные наши участники, экспоненты. Значит, люди нам доверяют. Поэтому вам диплом за активное участие в конкурсе изделий из камня «Лучший памятник 2015». И символичные часы, чтобы вы всегда знали то время, когда выставка «Мемориала камня обработка» будет в следующем году. Спасибо вам большое за участие. Я все продолжаю и продолжаю. В этом году, помимо этих конкурсов у нас традиционно был, скажем так, у нас есть награда за лучшее оформление стенда. Кто-то оформляет стенды сам, кто-то оформляет стенды с нашей помощью. Это всегда приятно, когда это вот не просто такие белые панели. Цветочникам, может быть, отчасти проще, у них всегда красиво. Я говорю, это самая красивая выставка, наверное, которая проходит здесь. Но награду за лучшее оформление стенда получает компания «Гранит Торг». Это была конструкция сделана оперативно, красиво и эффектно. За креатив в работе, да? Небольшие награды. Но они, я думаю, тоже имеют свой вес. За организационную поддержку выставки награждается индивидуальный предприниматель Дудко Сергей. Он же зоокрематор. За то, что Сергей всегда легко откликается на любые активности и за ваше деление опытом и что-то новенькое. Спасибо вам большое.
тот мастер-класс, тот экспертный совет, ту красоту, которую мы можем лицезреть даже здесь. Галина Домино и Николай Данилович. Николай, я так понимаю, весь, как всегда, в работе. Галина с нами. Наш экспертный совет, наши организационные партнеры мастер-классов. Спасибо вам большое, что вы всегда нашли, выделили время в своем напряженном графике. Николаю, пожалуйста, передайте. И вам, Галина. Я думаю, что это наше не последнее сотрудничество. Может быть, одно слово еще и... Спасибо большое за предоставленную возможность. Действительно, мы первый раз участвовали в формате этой выставки. От чистого сердца, от всей души, я вчера это сказала. Это вот для меня лично, я говорю за себя. Это очень чистая, очень красивая тема. Я всегда с уважением и откликаюсь именно на траурную ритуальную флористику. Еще раз обращу внимание, мы показали наше видение флористов этой темы. Вот может быть не до конца коммерческий подход, но мы выказали уважение к этой теме именно с точки зрения философии. Все остальное я просто опущу. Спасибо вам за понимание. Спасибо. Хотелось просто сказать, что все-таки от нас, лично каждого, несет, мы несем с вами информацию, мы несем с вами культуру. Масса, и на нас лежит очень большая ответственность. Вот мы постарались это вынести до вас, донести, как мы это видим. Спасибо. Я думаю, это удалось, и это очень красиво. Опять-таки, за организационную поддержку читали лекции у нас в разных направлениях и делились опытом. Сектор психологического обеспечения учреждения Минское областное управление МЧС Республики Беларусь. Я думаю, что все почерпнули тоже полезную информацию для себя. Спасибо, что вы откликнулись и разнообразили такой темой нашу выставку. Не можем отметить эту компанию, которая... также является нашим постоянным участником, всегда отзывается на нашу просьбу в организационной поддержке. Компания SkyGuard за организационную поддержку выставки, за мастер-классы, за активность. Спасибо вам большое. Ну и, конечно же, мы начнем с нашего генерального информационного партнера, белорусского справочника ритуальных услуг, RetorgBuy. Я думаю, вы тоже сотрудничаете. Это первые люди, которые уже много-много лет помогают нам информационно, поэтому, я думаю, тоже не в последнюю выставку. Ну и как никогда в этом году у нас появились спонсор и партнер выставки. Хочется отметить спонсора выставки ОДО «Алавис» Игорь Валерьевич, который всегда также нас сопровождает дельным советом, направляет, делится опытом. Спасибо большое. Спонсор выставки ОДО «Алавис». Ну, Константин Яковлевич, не знаю, уже вы тележку заказываете. Генеральный партнер выставки «Ритуальный дом Аркогран». Спасибо вам также большое. Надеемся, не в последний раз. Элита растет до спонсора. Спасибо всем, да, и за организацию. За организационные, скажем так, направления и дельные советы. А теперь переходим к награждению всех участников выставки. И не могу не попросить помочь мне в этом Анастасию, с которой вы работали. Ну, я даже могу похвастаться на протяжении всего года. Вот. Анастасия, руководитель проекта, начинайте.
А я приглашаю сюда ИП «Гончарик» за своим заслуженным дипломом. Компания «ПСК Мир» за оперативность в работе и индивидуальный подход к каждому клиенту. Компания «ПСК Мир». Индивидуальный предприниматель Волчинский Леонид Леонидович. Не Леонид Леонидович, но тоже приятно его представить. И как всегда, вот Константин Яковлевич Аркогран за широкий ассортимент и динамичное развитие предприятия. И вам табличка от Риторга. Тоже дали. У вас вот там вот все нечестно, а у нас все по правилам. Индивидуальный предприниматель Самсонов Владимир Николаевич за активное участие и широкий ассортимент. Компания «Комстрой». Это наши, можно сказать, уже добрые, хорошие друзья и знакомые, которые в прошлом году попытались попробовать, а в этом году полноценно и с размахом участвовать. Спасибо вам большое. Компания «Ритлайн» за широкий ассортимент представленной продукции. «Ритлайн». «Ритлайн», наверное, уже покинул. Не будем долго задерживать. Компания «Гринстоун». Компания «Гринстоун» за широкий ассортимент представленной продукции, индивидуальный подход к каждому клиенту. Диплом от нас. А табличка заслуженная от Риторга. Компания «Белдистар» и «Ава Диам» за надежное качество и широкий ассортимент представленной продукции. «Белдистар». Не будем задерживать. Компания «Сауно» или «Сауно». До сих пор не выучили, хотя столько лет вместе. Широкую географию поставок оборудования и активное участие в выставке. Спасибо большое. Все-таки «Сауно». Все запомнили и выучили. Компания «Санки Бай» или индивидуальный предприниматель Себрухович. Куб «Спецкомбинат КБО» за профессионализм и широкий ассортимент товаров и услуг. И табличка от Риторга. Индивидуальный предприниматель Лис Валентин Анатольевич. За индивидуальный подход к каждому клиенту. Компания «Металлковстрой» за творческий подход в работе. Частное предприятие «Двинский берег». Компания «Лента» за высокое качество продукции собственного производства. Компания «Эрмес» за широкий ассортимент представленной продукции и профессионализм в работе. Первый раз у нас в Беларуси. Как впечатление? Спасибо, все понравилось. Надеемся. Спасибо. Компания «Камден» за динамичное развитие и неизменно высокое качество продукции. И вам также табличка от Риторга. Компания «Прим Интерьер Плюс» за широкий ассортимент и высокое качество представленной продукции. Компания «Экспортный и импортный дом Крона» за стабильное развитие компании. Крона, как всегда, на своем месте, да? На следующий год уже бронируем? Компания «Дишер» за индивидуальный подход к каждому клиенту. Компания «Кубимпорт»
за динамичное развитие и профессионализм в работе. Вам же табличка от Риторга, не убегайте. А за что вот это не к нам? Компания «Мега Магнат» за широкий ассортимент представленной продукции. Государственное предприятие «РУК-14» за широкий ассортимент продукции. Частное предприятие «Скайгард» за широкий ассортимент цветочной продукции. ОДО «Алавис» за индивидуальный подход к каждому клиенту. И к нам в том числе. И вам же табличка. Это не я даю. Если да, то это да. Частное предприятие «Страна цветов плюс» за активное участие в выставке. Да, ты человек, который празднует постоянно свой день рождения в работе, да? Селицкий Андрей, индивидуальный предприниматель. За динамичное развитие, индивидуальный подход к каждому клиенту. Первый раз, но я думаю, он не как блинком, поэтому на перспективное и долгое сотрудничество. Цветочник Бай, за творческий подход к работе. В этой работе без творчества никак. Компания «Белгранд» за индивидуальный подход к каждому клиенту. «Белгранд». Вам также табличка от Риту. Компания «Ситигранд» за индивидуальный подход при работе с оптовыми покупателями. Больше всех хлопает. Наверное, там договорились. Компания «Клевер» за широкий ассортимент флористической продукции собственного производства. Компания «Клевер». Мы знали вас как Юрий только. Компания «Стелла Вит» за расширение рынка сбыта продукции. «Стелла Вит». Владимиров «Стиль» за очень-очень активное участие и креативный подход к работе. Компания «Ростов Эмаль Изделия» за стабильное развитие компании и неизменно высокое качество продукции. «Ростов Эмаль» Алексей. Кого-то знаем лично. Компания «Арткастингс» за высокий профессионализм в работе. И вам табличка от Риторга. Компания «Флорист Грин» за широкий ассортимент и активное участие в выставке. Спасибо. Частное предприятие «Флорина Стиль» за авторский подход к изготовлению продукции собственного производства. «Скальный дворик» за активное участие в выставке. Компания «Лук Медиа» за активную информационную поддержку. Компания «Арника Транс» за стабильное развитие компании. Спасибо. «Бочжоу Бодзи Камень» за расширение рынков сбыта продукции. Китай. Компания «Белгранд Стиль» за творческий индивидуальный подход к каждому клиенту. «Белгранд Стиль». Вам табличка от Риторга. Компания «Эмбру» за
стабильность в работе и неизменное качество продукции. Эмбрук. Компания Вомагран. За индивидуальный подход к каждому клиенту. Сергей Сергеевич. Компания «Элит Гранит» за индивидуальный подход к каждому клиенту и ответственную подготовку к выставке. Давайте, Руслан, вы тогда уже не уходите. Тогда уже «Гранит Торг» примите за креативность и активное участие в выставке. И табличка «Три торга». Частное предприятие ТДМ «Фортуна» за высокое качество и широкий ассортимент товара. Далеко не расходитесь, у нас, как всегда, будет в финальной части общее фотографирование, поэтому мы вас еще позовем на минуточку уделить свое внимание нам. Компания «Визуал Голд» за профессионализм в работе. Индивидуальный предприниматель Дощинская Светлана Ильинична за высокое качество и широкий ассортимент представленной продукции. Компания «Буржуйщик» за творческий подход в работе. Творческое название, творческий подход. И девушка совсем не ассоциируется с названием. Компания «На все 100» за профессионализм в работе и неизменно высокое качество продукции. Компания «Астротранс» за профессионализм в работе. Работают. Центр технологии фотокерамики за активную поддержку выставки и динамичное развитие компании. Спасибо, что всегда откликаетесь, всегда информационно нам также помогаете. За информационную поддержку выставки «Маякорником». Спасибо вам также, что как только первый звоночек, первый баннер, мы сразу к вам. Бора Племент за активное участие и широкий ассортимент представленной продукции. Funeral Buy за активную информационную поддержку выставки. Спасибо вам также. Без информационной поддержки никуда. Гуздек Владислав. Наши за представители Польши. Мы старались там без ошибок на польском, чтобы, главное, ваши все понимали, о чем написано. Ждем в следующем году. Марина, переведи. Носко Сергей Валентинович. За активное участие в выставке. Зооприматор. За эксклюзивность представляемых услуг. Здесь зробивши фільм. Здесь ми зробили. Спільно зробили здесь. ООО «Рамкін». Спільно зробили здесь. Открытие года. Скульптурная мастерская «Бронза Арт» за творческий подход в работе. Или индивидуальный предприниматель Русецкий Александр. Кому как известнее, да? Жданович Александр Николаевич за активное участие в выставке. На этом можно сказать, что мы подвели итог этого мероприятия, которое пролетело буквально за 3 дня, вроде как мы долго к нему готовились. Не хочется говорить до свидания на долгий промежуток времени, поэтому спасибо всем большое за участие и надеемся, что со всеми вами мы встретимся
когда Настя вам позвонит, даты уточнит, и кто-то к нам присоединится в следующем году. А теперь я попрошу, кто не разошелся и кто хочет подойти, для общего заключительного фотографирования.